8 исторических трамваев могут увидеть гости московского парада этого вида общественного транспорта. Мероприятие намечено на субботу, 16 апреля. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. По решению мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве сняты все ограничения. Поэтому мы возобновляем добрую традицию. 16 апреля состоится парад трамваев. Колонна ретро-трамваев проедет по северо-восточной части города. Привели в ведомстве слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Лексутова. Он пояснил, что парад пройдет от депо имени Баумана до Останкинского пруда, а также обратно. Рассмотреть модели трамваев для всех гостей мероприятия смогут на территории упомянутого депо. Начало мероприятия 11 часов 20 минут. В 12 часов колонна вернется в депо. Выставка трамвая на его территории будет работать до 3 часов дня. В параде примут участие 8 исторических вагонов разных эпох. Самому старому из них 114 лет. На выставке можно будет увидеть 15 моделей вагонов, в том числе легендарного Russia One. Напомним, в последние дни проходила репетиция парада трамваев.